Брэнд Фрэнк более 40 лет занимается различными видами боевых единоборств. Он грандмастер филиппинского боя на ножах. В настоящее время возглавляет направление ножевого боя в Центре специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов, охранных структур и специальных служб. Инструктор сотрудничает со спецподразделениями в США, Израиле и России. Брэм уже не впервые проводит учения в Крыму. В очередной раз он вернулся на полуостров, чтобы поделиться бесценными знаниями. Моя позиция такова. Я не учу людей, как сделать другим больно. Я учу их способом самозащиты в случае необходимости. Я хочу, чтобы каждый чувствовал себя в сохранности. Именно поэтому я начал проводить мастер-классы. Я рассказываю о самых простых вещах. В первую очередь, как защитить свою голову и как обезопасить свое тело на разных уровнях. В основном занятия предназначены для служащих силовых ведомств и спецслужб, однако мастер-классы может посетить любой желающий. Программа семинара построена на модульной методике ведения боя. Она разработана самим Брэмом Фрэнком и описана в его книге. Как правильно осуществить захват, блокирование, отвод, проработать смещение тела и шаги. Этому и многому другому учит мастер. Вначале он показывает обучающие техники, а потом дает участникам время на спарринг. Есть просто ряд знаний, которые можно взять только у учителя. А он очень хороший учитель, это еще один повод прийти на семинар. Здесь, наверное, выкладывается очень много побочного. Это и движение, и дыхание, и понимание, и психология. Как показывает статистика, около 70% молодежи и около 40% взрослых ходят со складными ножами с целью обезопасить себя. Проблема в том, что многие банально не знают, как с ним обращаться. Поэтому главная цель проведения мастер-классов – научить корректному обращению с холодным оружием. Он приезжает сюда уже не первый год, в Крым, и проводятся занятия для тех, кто уже проходил практику какую-то, предыдущие инструктора, и в то же время для всех новопризванных. Нож является предметом быта, предметом криминальных сводок и так далее, и так далее. Большая часть криминальных бытовых моментов происходит с ножом. Ну, хотя бы человек должен готов быть. Мастер-классы продлятся до 25 октября. Они включают в себя теорию, практические занятия и, конечно же, общение с мастером. Мэри Бадунс, Анна Волина, Александр Рыбин. Служба новостей ИТВ.